Всем здорово, привет, добрый день, уважаемые дачники. Самоизоляцию еще никто не отменял, а мы будем самоизолироваться на даче вместе с шашлыком и пиццей. Свиной шашлык в майонезе с луком. Вчера замариновали, сегодня будем жарить. Смотрите, сколько у нас снега. Ворота футбольные, бедные, не выдержали. Ну вот, еще можно вовсю играть в снежки и катать снежные бабы. Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию канал «Заметки ленивой дачницы». Давайте делать свои сады вместе. Как создать красивый сад? Шаг за шагом, день за днем. Старый дом превращаем в новый. Техника для дома, сада и для себя. Обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, потому что впереди вас ждет очень много интересных, увлекательных историй вместе с заметками ленивой дачницы. Всем приятного просмотра! Я думала, что будет часов. Шашлычки. Еще перевернуть? Да. Интересно.